Каждый раз, когда я вхожу в этот великолепный зал, я чувствую приятное такое ощущение трепета и, конечно же, волнение. Я с удовольствием приступаю к работе в новом сезоне и горжусь невероятно нашим театром. Очень рада, что все опять начинается, много их творчества и спектакли впереди. Настроение волшебное. По работе очень соскучилась, очень соскучилась. В репертуаре этого сезона много ярких музыкальных произведений, в том числе произведений комедийных. Первое полугодие вообще будет очень ярким, очень светлым, очень веселым, очень много юмора, потому что Россини, «Севильский цирюльник», дальше «Путешествие в Реймс». Давно не было Россини в Большом театре. Мы сразу посвящаем ему два названия в этом сезоне, поэтому у нас немножко этот сезон такой под эгидой Россини пройдет. Во всяком случае, первая его половина. Но очень-очень важное событие. Дело в том, что начиная с 12 числа Камерный театр Покровского Бориса Александровича теперь является частью нашего театра. Очень бы хотелось, чтобы эта площадка, как она была, так она и осталась площадкой экспериментальной, живой, творческой. Чрезвычайно важно сохранить в репертуаре те спектакли, которые были созданы Борисом Александровичем, и его возвращение в этот дом, пусть вот таким образом, тоже с моей точки зрения достаточно символично. Та динамика, которая существует сегодня в работе балета Большого театра, действительно вызывает уважение, восхищение. Сезон будет насыщенным. У нас будут работы и Билл Форсайт, и Кристофер Уилден, и великого Баланчина, и великого Бежара, и будет новая работа Эдварда Клуга. Конечно, для артиста прямое общение в зале с великими, конечно, это счастье. Все актеры об этом мечтают. Я в этом году, в этом сезоне присоединюсь к нашим замечательным артистам балетной труппы. И мы вместе откроем балетный сезон спектакля «Лебединое озеро». Наконец до меня дошли руки для того, чтобы поработать с замечательным коллективом балета Большого театра.